Приветствую вас. Меня зовут Виктория Зиммер, и я тренер международного уровня по тантра-йоге, медитации и практикам осознанной жизни. Я влюбляю в жизнь тысячи людей в нашем мире, на нашей планете. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам более подробно о моем курсе «Влюбись в жизнь», основанном на понимании и практическом использовании инструментов и навыков чакральной системы. Это навигационная карта, которая помогает вам взять ответственность за творение своей реальности. Курс «Любись жизнь» появился уже более 3 лет назад и помог изменить кардинальным образом жизни сотни женщин. Этот курс основан на моем опыте, на моем практическом применении каждого из инструментов. Все было опробовано, проверено, и как результат родился курс. Сначала в очном формате и затем в онлайн-формате. Как преподаватель йоги для меня важна связь между сознанием и физическим телом. И когда мы добавим в это еще направление нашего высшего «я», нашей души, то мы получаем формулу, которая помогает вам стать творцом своей реальности. Каждую неделю курса, а их всего 7, согласно 7 чакральной системе, у вас есть йога-практика, дыхательные практики, медитации, практики аффирмаций и практики сакральной геометрии. Каждая из этих практик подходит любому уровню физической подготовки, йога-подготовки и понимания. В обязательном порядке включена теоретическая часть, которая знакомит вас с тем, что такое чакры и как каждая чакра влияет на нас. Мы также понимаем, что нет такого видения, как отдельное балансирование какого-то центра. Мы понимаем их как отдельные центры, отдельные чакры. Мы разбираем их характеристики, но мы также формируем свое понимание того, как каждый из этих центров связаны друг с другом и как баланс каждого из них важен для вас. У вас есть также возможность иметь групповую поддержку или индивидуальный коучинг со мной в режиме онлайн. Этот курс поможет вам понять, как с легкостью интегрировать инструменты ежедневно. Каждая из практик длится от 5 до 10, 15 и 60 минут. Естественно, мы понимаем, что не каждый день у вас может быть 60 минут, но каждый день вы можете найти как минимум 5 и 10 минут. Я приглашаю вас попробовать пройти этот курс в формате интенсив, а именно на протяжении 7 недель и каждый день выполняя рекомендованные практики. Попробовав это раз, вы затем поймете, когда и какие именно инструменты нужно использовать на протяжении своей жизни для того, чтобы привести себя в состояние баланса и взять эту ответственность Творца своей реальности на себя. Я не скажу, что это легко. Трансформация, перемена сначала — это перелом. И только потом, в процессе исцеления перелома, мы формируем новое мышление. Поэтому изначально будет сопротивление как физическое, так, возможно, и ментальное. Но для этого и существует поддержка группы, моя личная поддержка, для того, чтобы помочь вам преодолеть этот первый шок перелома, первый шок, направленные на исцеление и на изменение своей реальности. Я также познакомлю вас с таким важным инструментом, как сакральная геометрия и понимание сакральных символов
и способ использования этих символов, этой практики в выравнивании себя, своего мышления с потоком Вселенной. Каждая из практик была опробована лично мной на себе, на моих студентах и клиентах. И самое лучшее, самое доступное понимание было транслировано в мой курс «Влюбись в жизнь». Что происходит до курса? Ну, возможно, что-то из вышесказанного, что-то из описания моего курса привлекло вас, и ваше тело или ваша душа сказали «да». Возможно, ваше сознание еще не совсем понимает, почему. Но это не важно. Начав курс, ответы начинают появляться в различных формах. За время курса у вас также будет возможность, в зависимости от вашего выбора, быть либо в групповой поддержке, либо в личном коучинге, который поможет вам понять, использовать и принять систему как способ навигации через ваши мысли, через ваше тело и через вашу жизнь. Когда мы начинаем практиковать, первое, о чем я говорю во время курса, это то, что ответы придут не от меня. Ответы придут в вас самих. Только вы знаете, что самое верное для вас. Но для того, чтобы услышать этот голос истины, этот голос души, нам нужно приглушить шумы, которые находятся как в нашей голове, так и вокруг нас, и перенести фокус на то, что действительно важно, а именно голос вашей души, ваше понимание процесса жизни, ваша способность творить свою жизнь. Возможно, желания и намерения, с которыми вы придете в курс, поменяются на протяжении 7 недель. Просто потому, что не каждое из наших желаний является аутентичным и выровненным с нашей высшей целью и с нашей ролью в обществе и в нашей жизни. Ведь каждый из нас является мастером своей жизни, каждый из нас является творцом своей реальности, а также проводником этого понимания для тех, кто вас окружает. Это большая ответственность. Но когда вы берете ее на себя, Вселенная буквально окутывает вас в изобилии жизни. Вы понимаете, что ваши чувства даны вам были для того, чтобы чувствовать. Ваше видение было дано вам для того, чтобы видеть эту красоту вокруг вас. Каждое чувство в нашем физическом теле, каждый процесс в нашем мышлении дан нам для того, чтобы понимать и наслаждаться этой жизнью. Жизнь — это не постоянное жертвование, жизнь — это не постоянная борьба. Но если мы видим ее таким образом, то Вселенная будет вам показывать, что так оно и есть. Но как только мы поменяем наше видение того, что есть жизнь, того, что это прекраснейший процесс, это трансформация, это изменение, это раскрытие, это распускание, это любовь, то жизнь, Вселенная будет показывать и доказывать, что так оно и есть. То есть все находится в нас самих. Как вы считаете, что есть жизнь, так оно и есть. Если вы готовы поменять свое мышление, если вы готовы соединиться с истинностью своих желаний, если вы принимаете эту ответственность творения своей реальности на себя, то вам пора. Ваша группа, ваше общество, ваши единомышленники, проводники, мастера,
ваши предки готовы провести вас в этот путь. До скорой встречи. Намасте.